Дом печати – яркая достопримечательность и объект культурного наследия. Построен в 30-х годах прошлого века. Многие годы здесь был центр притяжения литераторов и всей татарской творческой интеллигенции. Это место для поэтов и писателей знаковое. В Дом печати на Баумана приходили Муса Джалиль, Алексей Толстой, Сергей Михалков, Чингиз Айтматов и другие известные литераторы. Здесь в советское время размещались редакции газет и журналов. Был крупнейший в городе книжный магазин. В 1981 году Дом печати был включен в список памятников истории и культуры ТАССР. В 2012 году здание закрылось на реконструкцию. Занялись реставрацией и реконструкцией комплекса зданий Дома печати. Хотели сохранить максимум того содержания, которое было заложено в те далекие 30-е годы. В последние годы в здании располагается гостиница и тот самый книжный магазин. Сегодня открылся литературный клуб. И многое теперь напоминает Дом печати. Теперь каждый здесь может провести время со вкусом и пользой. В меню порядка 500 книжных изданий на татарском и русском языках. Это место намоленное, тут десятками лет, это дух читательства, дух книги был, всегда присутствовал. Я думаю, это будет отражаться, и это как раз такое прекрасное, шикарное место, где писатели, люди культуры, искусства могли бы встречаться со своими поклонниками. Многие книги, которые изданы и вот сейчас являются раритетные, которые здесь тоже выставлены, часть из них, они были не только здесь отредактированы, подготовлены, но и напечатаны здесь. Символичный книжный торт в честь нового общественного пространства столицы. В книжном клубе планируется проведение творческих встреч с писателями, автограф-сессии и презентации книг. Амир Сабиров, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.